«Меломан» сегодня повторяют номер, который ставил Александр Жулин. «Пиф-паф, ой-ой-ой, трогательные зайчики». Вас мне надо. Вы съесть изволили мою морковь. Какой позор, какой позор. Разорит двор, разорит двор. Какой позор, какой позор. Замечательный номер. Просто сравнивая его с первым прокатом, хочется сказать, насколько возросла скорость у ребят. Какая уверенная теперь фигуристка Алена Бабенко. И какой артистичный, жестокий охотник Роман Костомаров. Очень хорошее воспоминание навеял этот номер. Весь тот этап ледникового периода был просто классный. И улыбку ребята вызвали, и мастерство свое продемонстрировали. Ну, просто молодцы.